Здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий». Май продолжает радовать нас не только длинными праздничными выходными, но и гармоничными аспектами между планетами. Удачное соединение Солнца и Сатурна во вторник поможет многим проявить свои лучшие качества. В деловой сфере успешными будут овны и львы. Весам, козерогам и водолеям можно смело начинать крупные проекты. Они имеют все шансы стать успешными и принести хороший доход. Теперь подробнее об астрологическом прогнозе для каждого знака с 6 по 12 мая. Овнам неделя принесет много новых впечатлений, почти все из которых обещают стать важными и нужными для профессиональной сферы. Представители знака будут получать удовольствие от спокойной и монотонной работы, удивив самих себя прекрасными результатами. Дела семьи и родственников также потребуют много внимания и сил, поэтому свободного времени почти не останется, несмотря на большое количество выходных. У тельцов на работе предстоят нововведения со стороны руководства, которые вначале вызовут некоторое раздражение, но затем вы почувствуете на себе преимущество новых способов и методов. Некоторые представители знака в ближайшие 7 дней смогут улучшить отношения со своими вторыми половинками и в случае конфликтов прийти к какому-то единому мнению относительно спорных ситуаций. Близнецы будут много работать и много развлекаться. Первое утверждение будет более актуальным для июньских представителей знака, а второе – для родившихся в последних числах мая. Хорошее настроение обеспечит общение с друзьями, а также с новыми знакомыми, появившимися в процессе деловых коммуникаций. Раки могут неожиданно влюбиться в кого-то из своего окружения, на кого раньше не обращали внимания. Еще на этой неделе вы почувствуете себя настоящими детективами, способными распутать любое сложное дело, сходу поняв мотивы, сопоставив факты и увидев мельчайшие, самые незначительные детали. Львам предстоит активная неделя, в которой будет много поездок, встреч и общения. В новолуние 8 мая благоприятны посещения косметологов, лечебные процедуры и массажи. Смену имиджа и шопинг лучше устроить после 10 мая. Девам соединение Меркурия и Хирона во второй половине недели поможет прекрасно ориентироваться в потоках информации, делать правильные выводы и понимать логику происходящих событий. Только помните пословицу про любопытную Варвару и не берите на себя лишнее. Не погружайтесь сильно в чужие дела, когда этого не просят. А вот девы-родители получат новые поводы для гордости от успехов своих детей. Весам неделя принесет возможности для положительных перемен в жизни. Касаться они будут, скорее всего, профессиональной сферы. Представителям знака могут поступить предложения о новой должности или работе, о смене деятельности или о переезде в другой город и даже страну. Необходимо все взвесить и обдумать, прежде чем давать ответ. У скорпионов неделя обещает быть насыщенной делами, событиями и новыми проектами. Придется успевать повсюду и выдерживать достаточно высокий темп. Такая активность будет не только вознаграждена материально в конце недели, но еще и позволит завоевать популярность в новых для себя направлениях. Ваша хорошо развитая интуиция поможет очень быстро разбираться в хитросплетениях интриг, отношений и мотивах происходящего. А сделанные выводы дадут серьезные козыри в борьбе за место под солнцем. Здоровье будет хорошим, а в романтической сфере, по всей видимости, намечаются важные перемены. Стрельцы почти всю неделю будут находиться в роли обаятельных и понимающих личностей, чем не только окажут реальную помощь некоторым людям, но и улучшат свои позиции в семье и на работе. Стрельцы-родители будут уделять своим детям больше внимания, чем обычно, получая при этом удовольствие от общения и совместного отдыха.
Козероги смогут немного сбавить темпы в достижении своих текущих целей, переключаясь на развлечения, приятное общение и светские мероприятия. В профессиональных делах возможны перемены, например, предложение о смене места работы или переходе на другую должность. Успешными в делах будут те, чья работа связана с цифрами, информационной аналитикой или финансовыми направлениями. Козероги смогут работать с большим количеством информации, легко находить нужное и важное для себя и своего дела. Водолеи смогут улучшить свое материальное положение благодаря собственным талантам, упорствам и настойчивости. Также на этой неделе представители воздушной стихии успешно реализуют некоторые давние мечты или планы, связанные с приобретениями или финансами. Это обеспечит хорошее настроение на несколько дней, а также спровоцирует интерес к неким новым направлениям или увлечениям. Хороший настрой добавит и улучшение самочувствия, которое отразится на внешности самым лучшим образом. Водолеи начнут получать комплименты в свой адрес гораздо больше обычного. Рыбам предстоит интересный период жизни, в котором многие из них примерят на себя роль наблюдателей, почти не вмешиваясь в происходящие вокруг события. К слову сказать, подмечать вокруг себя представителей знака будут очень многое, а некоторые даже сделают важные открытия относительно своих старых знакомых или коллег по работе. Материальная сфера обещает быть стабильной и даже улучшится после 10 числа. Следуйте подсказкам нашего астрологического прогноза, чтобы ловко преодолеть все преграды и прийти к желанным целям. С вами была Наталья Буслаева. До новых встреч и будьте счастливы!